саженцы клематиса гибридного Elbalaxarians подходят для выращивания не только на открытых участках, но и в контейнерах. Растение с длинными, до 3 метров, леноподобными побегами. Цветет два раза за сезон, в мае, июне и в конце июля, сентябре. Цветы крупные, бело-зеленого цвета, с темно-красными тычинками, которые смотрятся достаточно контрастно. Сорт зимостоек, неприхотлив к условиям выращивания и в уходе. Поэтому идеально подходит даже начинающим садоводам. Для максимального декоративного эффекта, высаживать саженцы клематиса гибридного Elbalaxarians стоит на солнечные места с дренированным грунтом. Клематис гибридный Elbalaxarians это лианы высотой 300 см. Окраска цветка бело-зеленая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 5 см. Обрезать растение нужно на высоте 25 см. Клематис гибридный Elbalaxarians создал YCHN Sun, United Kingdom. Годом создания растений считается 1900. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.